Здравствуйте. В студии Лилия Ан. Эфир 41-го телеканала продолжит. Информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В пострадавших от падения обломков беспилотников в квартирах завершены работы по закрытию теплового контура. На улице Героев Революции в частном доме произошел взрыв газа. В результате сильно пострадала женщина. Как прожить без холодной воды несколько месяцев? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Бразилия. По меньшей мере 12 человек трагически погибли и десятки получили ранения в результате проливных дождей в Рио-де-Жанейро, превративших проспекты в реки и вызвавших повсеместные разрушения и хаос. На кадрах, снятых во вторник, видно, как спасатели тащат лодку с детьми и взрослыми в безопасное место, пробираясь через воду высотой по пояс. Спасатели также приносили в затопленный район предметы первой необходимости и продукты. Больше всего от наводнения пострадали северные окраины Рио-де-Жанейро, известные высоким уровнем бедности. 18 городов в штате Рио-де-Жанейро теперь считаются подверженными высокому риску оползней, как заявили представители гражданской обороны. По сообщениям СМИ, в некоторых районах столицы за сутки выпало столько осадков, сколько обычно ожидается в течение всего месяца января. В воскресенье мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил в городе чрезвычайное положение, призвав людей не пытаться пересекать затопленные районы и не препятствовать спасательным и восстановительным операциям. В Перу военное и полицейское присутствие было усилено на границе с Эквадором после того, как Перу объявило состояние тревоги. На кадрах, записанных во вторник в приграничном городе Тумбес, видно, как сотрудники национальной полиции Перу и вооруженных сил патрулируют район. 10 января правительство Перу объявило состояние тревоги в связи с проблемами безопасности после того, как в стране произошли эпизоды насилия, связанные с эквадорскими бандами. Эта мера была введена в департаментах Тумбес, Пьюра, Кахамарка, Амазонас и Лоретте. Правительство Эквадора также объявило о введении чрезвычайного положения в связи с внутренним вооруженным конфликтом после эскалации насилия в стране. Сомали. 3 человека погибли, еще 2 получили ранения во вторник в результате взрыва, устроенного террористом в Могадишо. Местные СМИ со ссылкой на полицейские сводки сообщили, что жертвами взрыва стали сотрудники службы безопасности возле офиса мэра города, а также что взрыв повредил здание региональной администрации Банаадир. Ответственность за нападение взяли на себя боевики из исламистской группировки Аш-Шабаб, запрещенной в России и признанной террористической. Последние несколько лет в Сомали было зарегистрировано несколько взрывов, причем такие группировки, как Аш-Шабаб и ИГИЛ, обе организации запрещены в России и признаны террористическими, нападали в основном на военные посты, а также на гражданские и правительственные объекты. Уганда. Постоянный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Хамза Адан Хаадо, выступая во вторник в Кампале в рамках 19-го саммита движения неприсоединения, заявил, что группировка Аш-Шабаб, запрещена в России и признана террористической, не представляет угрозы для Бабель-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Аденским заливом, но является угрозой для сомалийского народа. Между тем, постоянный секретарь также отверг возможность переговоров с Эфиопией по поводу территории Сомалиленда, который провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, но не признан ни одним государством-членом ООН. 1 января Эфиопия и Сомалиленд подписали договор, согласно которому Эфиопия получает доступ к портам на побережье Сомалиленда в обмен на признание независимости Сомалиленда. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить сделку, которая, по их мнению, нарушает суверенитет их страны над регионом. Впоследствии старший советник начальника генерального штаба вооруженных сил Эфиопии Алешмет Дигефе заявил, что страна приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Морские перевозки через Бабель-Мандебский пролив резко сократились утром 12 января после того, как крупнейшие судоходные организации призвали владельцев и операторов коммерческих судов избегать Красного моря и
Аденского залива в течение 72 часов. Это произошло после ударов США и Великобритании по целям Хути и опасений по поводу возможного возмездия. Вашингтон назвал это оборонительными действиями после нападения на суда в Красном море. Хути осудили удары и заявили, что продолжат свои действия против судов, связанных с Израилем, в ответ на действия в Газе. Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин обрушилась с критикой на Вашингтон на пресс-брифинге в Пекине во вторник. Ранее Лора Розенбергер, глава Американского института на Тайване, расположенного в Вирджинии, назвала шаг острова прискорбным и разочаровывающим, признав при этом суверенное решение и обвинила Китай в том, что обещания в обмен на дипломатические отношения в конечном итоге остаются невыполненными. Мао Нин заявила, что решение правительства Науру возобновить дипломатические отношения с Китаем демонстрирует, что принцип одного Китая – это воля народа и общая тенденция времени. Китайская сторона призывала американскую сторону не поддерживать независимость Тайваня. Науру, одна из 13 стран, официально признавших Тайвань, разорвала связи в пользу отношений с Китаем через несколько дней после того, как регион избрал кандидата от Демократической прогрессивной партии Лай Чин-те следующим президентом. ДПП отвергает претензии Китая на суверенитет, в то время как Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории в соответствии с принципом одного Китая. После того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поздравил победителя тайваньских выборов в понедельник, Мао Нин добавила, что он серьезно нарушил принцип одного Китая и коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Филиппинами и заявила, что был подан решительный протест. Мао Нин также повторила призывы к прекращению войны между Израилем и Хамасом в Газе и сказала, что ее страна приняла к сведению дело, возбужденное Южной Африкой в Международном суде ООН и обвиняющее Израиль в геноциде, который Израиль категорически отрицает. Она добавила, что Китай продолжает поддерживать мир и переговоры в Украине. После решения Ирана нанести удары по Ираку, она призвала все стороны проявлять сдержанность. Сербия. Тысячи демонстрантов вышли во вторник на митинг в Белграде, чтобы осудить предполагаемые фальсификации на парламентских и местных выборах. Демонстрация прошла после нескольких аналогичных митингов в столице Сербии в декабре, после того, как партия президента Александра Вучича одержала убедительную победу. Протесты вспыхнули по всей стране после того, как правящая сербская прогрессивная партия одержала победу на парламентских выборах 17 декабря, набрав почти 47% голосов. Оппозиционные партии обвинили правительство в фальсификации выборов, в то время как Вучич заявил, что выборы были честными и сказал, что мир, закон и порядок восторжествуют. Международные наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Евросоюзе заявили, что выборы были технически хорошо организованы. Однако они раскритиковали участие президента в кампании, отметив, что Александр Вучич не был кандидатом, и выразили обеспокоенность по поводу предвзятости СМИ. Швейцария. Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль-Тани, выступая во вторник на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что после ряда недавних обострений на Ближнем Востоке усилия должны быть направлены на решение главного конфликта в Газе. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли удары по многочисленным целям в районах Йемена, контролируемых Хути, которые они назвали оборонительными действиями после нападения на суда в Красном море. Хути осудили эти удары и заявили, что их действия были направлены против связанных с Израилем судов в ответ на действия в Газе. Премьер-министр Катара также упомянул о проблемах с поставками СПГ и других грузов в Красном море, которые вынуждены идти по менее эффективным маршрутам, и заявил, что военное решение не положит этому конец. Он добавил, что напряженность будет только расти, заявив, что без их присутствия за столом переговоров, без серьезного рассмотрения этого вопроса, урегулирование невозможно. Между тем, он также отметил, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива понимают, что для них важно сосредоточиться на взаимодействии с Ираном, устраняя разногласия путем диалога и решая вопросы лицом к лицу.
Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб призвал мировых лидеров восстановить доверие, поскольку мир становится все более эгоцентричным, выступая на пленарной сессии во второй день ежегодной встречи WEF-2024 в Давосе во вторник. Шваб также заявил, что уникальная роль WEF заключается не в том, чтобы сосредоточиться на каком-то одном вопросе, а в том, чтобы стратегически и всесторонне анализировать положение дел в мире и находить точки соприкосновения для создания позитивного воздействия. Председатель ВФ выступал вместе с президентом Швейцарии Виолой Амхерт, которая выразила свою обеспокоенность сообщениями о глобальном снижении уровня прав человека. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на ежегодной встрече Всемирного экономического форума 2024 во вторник в Давосе заявила о необходимости укрепления глобального сотрудничества. Признавая проблемы, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, фон дер Ляйен отметила положительные сдвиги, достигнутые в повышении устойчивости энергетической системы Европы. Она объяснила этот прогресс сотрудничеством, хорошо функционирующими и открытыми рынками, поддержкой международных партнерств и акцентом на чистые энергетические технологии. Переходя к сфере технологий, фон дер Ляйен отметила значительные возможности, открывающиеся благодаря искусственному интеллекту, подчеркнув при этом важность его ответственного использования. Она выразила оптимизм по поводу потенциала ИИ для революции в здравоохранении и повышения производительности труда. В заключение фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна стать лидером в ответственном использовании ИИ. В этом году ежегодная встреча ВЭФ в Давосе проходит под девизом «Восстановление доверия» и длится 5 дней до 19 января. Мероприятие, в котором принимает участие более 2800 человек, включая более 60 мировых лидеров, служит платформой для обсуждения актуальных глобальных проблем. Новости России. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве во вторник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который проинформировал Путина о достигнутых договоренностях по итогу двусторонних переговоров с главой внешнеполитического ведомства КНДР. Как сообщили в пресс-службе МИД России, Цой Сон Хи прибыла с официальным визитом в Москву в понедельник по приглашению Лаврова. Москва ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве во вторник. По словам дипломата, США создают угрозу безопасности КНДР, и эта политика не способствует продвижению урегулирования в регионе в позитивном направлении. Лавров добавил, что Москва продолжит призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове. Со своей стороны Цой Сон Хи отметила развитие отношений между двумя странами. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Путина в КНДР может состояться в обозримом будущем, а также добавил, что сроки такого мероприятия будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам. Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн по итогам встречи с вице-премьером России Алексеем Аверчуком в Москве во вторник заявил о заинтересованности в развитии экономического и стратегического двустороннего сотрудничества. В свою очередь, вице-премьер России Алексей Аверчук выразил готовность развивать отношения с Нигером. В пресс-службе правительства России сообщили, что на переговорах делегации обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву в понедельник. В поездке его сопровождают министры обороны, нефти, сельского хозяйства, торговли, молодежи и спорта Нигера. Прорыв трубы с горячей водой произошел в центре Нижнего Новгорода во вторник. Генеральный директор теплоснабжающей компании Илья Халтурин рассказал подробнее о ситуации. На данном участке произошло технологическое нарушение. Значит, на текущий момент этот участок локализован, он отключен.
и теплоснабжение основных потребителей, оно от данного источника восстановлено. По словам Халтурина, над устранением повреждения работают 5 аварийных бригад. Мы в любом случае обратившимся за помощью, медицинской помощью окажем всецелую помощь и в части лечения, и в части реабилитации. Поэтому здесь компания обязательно не останется в стороне, окажет всю необходимую поддержку, помощь тем, кто на данном участке получил какие-либо повреждения. В результате прорыва трубы пострадало 12 человек. Одну девочку госпитализировали с ожогами ног. Об этом сообщил директор клиники Института травматологии и ортопедии Игорь Арефьев во вторник. 12 машин скорой помощи были доставлены, соответственно, 12 пациентов, которые были взяты с одной из улиц Нижнего Новгорода, где произошла коммунальная авария. Пациенты были доставлены все в удовлетворительном состоянии. Из 12 пациентов двое были дети, это 6 и 11 лет. Все пациенты были осмотрены, перевязаны. И в настоящий момент госпитализация из 12 пациентов потребовалась только одной девочке, это 11 лет, у которой имеется поражение нижней конечности первой-второй степени на площади до 2% поверхности тела. По словам Арефьева, остальные пациенты продолжат лечение на дому, угрозы для их жизни нет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в официальном телеграм-канале пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. В пресс-службе СК России по региону сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Новости нашего региона. Поврежденный после падения беспилотника храм в селе Девица отремонтируют. Об этом рассказал глава Семилукского района Геннадий Швырков. Ночью 16 января во время массовой атаки беспилотников на Воронежскую область один из них упал на церковь Архангела Михаила в селе Девица. От удара пострадала колокольня и купол. Никто из местных жителей не пострадал. Как рассказал глава Семилукского района Геннадий Швырков, в ближайшее время начнется ремонт храма. Напомним, обломки беспилотников повредили несколько домов в Воронеже на улицах Острогожской и Теплоэнергетиков. Там сейчас идут восстановительные работы. Пострадавших от падения обломков беспилотников в квартирах завершены работы по закрытию теплового контура. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. А в МЧС напомнили, что делать в случае обнаружения неизвестных летательных аппаратов. Спасатели предупредили воронежцев о том, как вести себя при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Независимо от того, где был замечен беспилотник, в небе или на земле, сразу же необходимо позвонить по телефону 112. Если беспилотник летит, нужно рассказать о месте, в котором замечен аппарат, и направлении его движения. В случае обнаружения беспилотника на земле нельзя к нему подходить. Необходимо отойти на расстояние не менее 50 метров, желательно укрыться за зданием, не пользоваться мобильным телефоном и постараться ограничить доступ прохожих к лежащему аппарату. Министром промышленности и транспорта Воронежской области назначен Сергей Хлызов. Указ о назначении подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев 17 января. О назначении сообщили в правительстве области. Сергею Хлызову 44 года. Он окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Ведомством промышленности и транспорта Сергей Олегович руководит с 10 ноября 2023 года в статусе заместителя министра. После освобождения от должности Александра Десятирикова. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. В Москве прошел форум «Малая Родина. Сила России». Глава Анинского района Василий Авдеев стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека. Гордость Отечества». Награду вручил президент Российской Федерации Владимир Путин. А с главой Бобровского района Анатолием Балбековым у президента состоялся дружеский диалог. На форуме от Воронежской области приняло участие 170 делегатов. Возглавил делегацию вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов. На встрече с президентом глава Бобровского района рассказал о достижениях в агропромышленном комплексе. Деликатес мы делаем. Например, в районе мы сегодня делаем больше 60 видов сыра, в том числе из голубой плесени. Сейчас вот к 7
января к Рождеству клубник. Так только вспомнил, вчера анекдот рассказывали на этот счет. У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть. В свою очередь, глава Анненского района Василий Авдеев стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека. Гордость Отечества». Авдеев возглавляет Анненский район на протяжении 38 лет. Позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Для тех мест, где родился, там, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, поселка, района. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. На улице Героев Революции в жилом частном доме 15 января произошел взрыв газа. В результате сильно пострадала 35-летняя женщина. Собственники дома с особой тщательностью относились к проверкам газа и содержали газовое оборудование всегда в исправном состоянии. Кто виноват в несчастном случае, решили узнать наши корреспонденты. Дмитрий, глава семьи, уехал в этот злополучный вечер на тренировку. Дома остались его жена и трое детей. Через 10 минут ему позвонила супруга и сказала, что отопление в доме не работает. Газовый котел сам отключился. Я так понимаю, там, наверное, газовый анализатор сработал на котле, то есть пламя потушилось, потому что уже газа было много. Вот. А котел находится как раз рядом со стеной, рядом вывода воды во двор на улицу и как раз к подвальному помещению. То есть оттуда вот основное, видать, уже насыщенность пошла. У меня супруга как бы в курсе, как делать перезапуск котла. Вот. И разговаривала со мной по телефону. То есть нажала перезапуск, то есть сделала. Я так понимаю, то есть, как бы, потому что я когда разговаривал с ней, она мне просто сказала, что не работает котел. Подошла к нему и произошел хлопок. Я услышал по телефону. Силу удара взрывной волны можно увидеть на этих кадрах. В доме выбило несколько окон и гаражные ворота. Пострадавшая женщина как раз стояла в самом эпицентре взрыва. Связь оборвалась, дозвониться до жены у мужчины не получилось. Он сразу же поехал домой. Увидев пробку, бросил машину, побежал пешком. Трое детей, двое мальчиков, 9 и 4 лет и двухмесячная малышка были в этот момент дома. Все находились в разных комнатах, они не пострадали. После ЧП их сразу забрали соседи. Дмитрий предполагает, что утечка газа связана со строительством неподалеку новых таунхаусов. Компания, которая строит за моим домом, как видно здесь, таунхаус и вниз по улице, они, получается, делали бурительные работы, проводили и бурили вдоль улицы для прокладки. Там сначала говорили, что ли, для воды, потом кто говорил, для света. В общем, они проводили бурение. Вот. И, получается, я не знаю, по какой причине, они повредили газовый отвод от магистрали, который идет к соседу напротив моего дома. То есть, получается, и этот отвод там диаметром, наверное, сантиметров 15-20, их бур, то есть, на две части просто разбил. Газ на глубине 1,5 метра, то есть на улице, стал распространяться под землей, и искать свободные ходы, то есть ближайшие, куда ему выйти. Соответственно, как я понимаю, то есть везде налить. И, то есть, он ближайшие свободные пути нашел, это мой подвал, садингом обшит дом, то есть, соответственно, под него проник в стены, то есть перекрытия кирпичные. Пострадавшая женщина получила 65% ожогов тела. Сейчас ее состояние крайне тяжелое. Она находится в реанимации. Прогнозов врачи пока не дают. Поврежденную трубу уже нашли. Ремонтные работы завершены. Дмитрий считает, следствие должно разобраться в причинах случившегося. Сейчас Следственный комитет проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также мужчина собирается обращаться к адвокатам и проводить экспертизу, чтобы найти виновника утечки газа. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41-й канал. В редакцию 41-го телеканала обратилась пенсионерка Екатерина Ивановна Кульнева. Вот уже третий месяц у женщины, проживающей по адресу Азовская, 26, нет холодной воды. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Пенсионерке 86 лет. Она является инвалидом.
Из-за сложившейся ситуации женщина не может даже набрать холодной воды, чтобы попить, не говоря о других житейских ситуациях. Проблема заключается в трубе, которую никак не могут поменять. 2 года назад в доме провели ремонтные работы. Жители дома обрадовались устранению проблемы. Но буквально 3 месяца назад труба начала прогнивать, из-за чего в доме отключили холодное водоснабжение. Вот эта труба, она работала, была вода холодная. И вдруг она внизу начала ржаветь и гнить. И пошли капли оттуда, вода пошла из нее. Она так на полу, что под нее ничего нельзя поставить, хоть ведро или что-нибудь. Мы чашку подставляли, наберем чашку в туалет. И так день и ночь мы следили за этой трубой. Аварию устранили с помощью колышка. В данный момент, чтобы не допустить дальнейшей протечки, нужно полностью менять трубу в доме. Пойдет вода, тебе зальется. Мы не виноваты, что эта труба отломилась. И вот мы так пользовались несколько времени. Потом эта труба еще дальше отламывается. Я не видела, это мне сказали. Дед пришел мой, как их железяк накрутил на эту, на трубу. А потом вызвали аварийную. Как вода пошла оттуда фонтаном, вызвали аварийную, приехали, деревянный кол забили туда и положили ее на пол. И лежит она теперь. Эта деревяшка теперь, она дерево долго не прослужит, она растворится, там вода, воду перекрыли, и все. И на этом закончился весь ремонт. Поскольку Екатерина Ивановна может передвигаться только с помощью ходунков, ей тяжело выйти на улицу. Муж пенсионерки неоднократно обращался с жалобами в управляющую компанию и даже в приемную губернатора. Но недавно здоровье подвело мужчину. Сейчас он находится на лечении. Сын пенсионерки вместе с соседями тоже никак не может добиться долгожданного ремонта трубы. Проблема с центральным стояком. Сначала тихонечко вода лилась. Приезжали, стали резиновые хомутики. Ну, стояк, сказали, нужно менять. Потом случилось так, что стояк вообще порвался. И струя воды, просто ужас, она растеклась по всей квартире. Пришлось матрасы все застилать, чтобы соседей не протопить. Но все равно затопил. Пострадали там и диван, и все. Соседи, я здесь прописан, Иван Егорович. В этой квартире я по уходу за мамой. Все звоним, все пытаемся что-то объяснить, что здесь аварийное положение, все может случиться, все что угодно. Придут, посмотрят, уйдут. Потом опять звонки диспетчерам, никто не приходит. Вчера ко мне пришли соседи и говорят, опять потолки мокрые. У меня здесь, они видели совершенно сухо, я говорю, я не знаю. Мне сказал какой-то представитель, что вообще из подвала и до этой вот квартиры, где сейчас вот я нахожусь, менять полностью стояк. Он уже непригоден. Сказали, ушли. Приходят, посмотрят, уходят. Чтобы поменять в этой квартире вот этот общественный стояк, нужно сделать в 4-м подъезде. Мы не можем, потому что нужно где-то перекрыть воду, чтобы менять тот стояк. А если мы там перекроем, мы отключим весь район. Александр, который живет этажом ниже, также неоднократно обращался с жалобами. Пошел в 3-й месяц. Мы живем Азовская, 26. Обращались в управляющую компанию. Вызвали. Нас там топило 3-я квартира и 2-ю затопило. Вообще там 4 часа боролись. Приехали с водоканала. Приехали. В стояк забили клеп. Раз, и все, и тишина, никого нет, ничего, и обратно сейчас начинается. Сейчас в любое время может обратно такое получиться. Ни управляющей компании, ничего, никаких не сдвигов. Этот дочь там писала туда-сюда, говорят, обещают там поменять ничего. А когда поменять? Нам главное задвижки поставить, чтобы перекрыть воду надо. Мы связались с управляющей компанией Левобережного района, которая обслуживает данный дом.
Чтобы заменить подтекающую трубу, необходимо перекрыть воду в уличном колодце в зоне ответственности поставщика ресурса водоканала. Мало того, одной задвижкой РВК «Воронеж» не может перекрыть один этот дом. Могут только сразу остановить, то есть лишить водоснабжения целый квартал, примерно на 20 многоквартирных домов. Управляющая компания письмо водоканал направила, что для проведения ремонтных работ в доме силами УК поставщик должен перекрыть воду на дом. Но водоканал из-за морозов не стал пока останавливать все дома. Вода может замерзнуть в трубах. Пока все застопорилось на уровне ожидания, когда РВК перекроет воду. Почему для замены стояка в доме нужно отключать другие дома и как жить пенсионерам без холодной воды до конца морозов, остается под вопросом. Мы надеемся, что люди, отвечающие за ремонтные работы, оперативно устранят проблему, и жильцы данного дома смогут вернуться к нормальной жизни. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. 65 человек в ДТП по вине нетрезвых водителей погибло в Воронежской области в прошлом году. Об этом рассказали в госавтоинспекции. В Воронежской области только за новогодние праздники инспекторы ГИБДД отстранили от управления транспортным средством почти 150 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, управление в нетрезвом состоянии является одной из причин дорожно-транспортных происшествий, и в том числе с тяжкими последствиями. В прошлом году зафиксировано более 200 таких ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии. 65 человек погибли в таких дорожно-транспортных происшествиях. Первый день 2024 года было выявлено 28 пьяных водителей. Так, 35-летний воронежец, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при движении задним ходом допустил наезд на припаркованную машину. Результаты алкотестера при освидетельствовании зафиксировали значительное содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе. А в Бобровском районе задержали 39-летнего водителя «Инфинити», который также сел за руль пьяным. Как оказалось, в марте прошлого года его лишили водительского удостоверения за пьяную езду. Наряды дорожно-патрульной службы постоянно нацелены на выявление таких водителей. Мы отрабатываем оперативно значимую информацию, получаемую от граждан. И в прошлом году задержано более 6000 водителей, управляющих с признаками опьянения. 777 водителей, которые управляли повторно, в отношении которых возбуждены уголовные дела. И 93 водителя были лишены своих транспортных средств, то есть практика такая расширяется, конфискация транспортного средства как орудие преступления. За руль в неадекватном состоянии садятся не только мужчины. В Лисках была задержана 46-летняя женщина, управлявшая «Ладой Гранта». Не допускайте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Ну, во-первых, это лишение предусмотрено, право управления, серьезный штраф, возможная конфискация, уголовное дело. Но самое главное, что вы можете сами погибнуть в результате ДТП, погибнуть ваши близкие и погибнуть окружающие вас люди. Это очень опасно в таком состоянии находиться за рулем. В полиции призывают жителей области сообщать о пьяных за рулем по телефону 112. Это поможет предотвратить возможную беду и сохранить жизни людей. Окунуться в прорубь на крещение у Адмиралтейской площади в этом году не получится. Купель там оборудовать не будут из-за реконструкции Петровской набережной. В Воронеже к празднику крещения будут оборудованы специальные места для омовения. Проруби появятся на водохранилище, реке Усманки, Малышевских озерах. Чтобы избежать травм и несчастных случаев, подходы к купелям благоустроят. Одно проверят водолазы. До окончания крещенских купаний рядом с купелями будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Ну а тем, кто замерзнет, можно будет погреться в муниципальных автобусах. Главная купель у Адмиралтейской площади в этом году оборудоваться не будет из-за продолжающейся реконструкции Петровской набережной. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21.00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго!